Место крушения малазийского Боинга прибыли сегодня, 2 августа, для поиска тел погибших 8 членов ОБСЕ и 70 международных экспертов, помогать которым будут служебные собаки, сообщается в твиттере организации. Представитель миссии ОБСЕ Александр Хук заявил, что работы нужно завершить как можно скорее, несмотря на обещания украинских властей, в зоне крушения не прекращаются обстрелы.